Здравствуйте! Вы на канале Ягодный Гриболов. Рубрика «Распознаем грибы». Такой красивый грибочек мне попался. Розового цвета. Сорвем его на опознание. Это уже второй мне такой попадается. Березовая роща у нас рядом сосенки. Ну, березовая роща. Да, хотя здесь тоже вот сосенки попадаются. И вот такой гриб. Пластинки разной длины. Ну, не очень частые. И между ними есть такая, как узорчик такой. Ножка светлая тоже, с розовым оттенком. На шляпке мы видим хорошо бугорок. Бугорок светлее, чем шляпка. Такие вот рисочки идут, полосочки по шляпке. Сейчас у нас сыро, поэтому шляпка влажная. К низу у гриба вот есть опушка такая небольшая. Пластинки сходят по ножке, приросшие к ножке, и как бы немножко вниз сходят по ней. Грибники, кто знает, что за грибы, пишите. А я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.